Друзья, всем привет! Вы часто задаете вопросы, касающиеся коронавируса. СМИ в интернете переворачивают информацию, часто некоторые факты просто выдумываются, чтобы поднять рейтинги. Мы же берем информацию только из официальных источников. Не нужно поднимать панику. Сейчас я вас ознакомлю с официальной информацией. В связи со вспышкой коронавируса были опубликованы следующие изменения. Что касается Польши. Въезд в Польшу по-прежнему разрешен для пассажиров, для граждан с воеводским разрешением. Наши клиенты едут именно с таким, поэтому их пускают сразу и беспрепятственно. На получение визы у вас уйдет в среднем 2-2,5 месяца. Через это время все уже будет в норме. Рабочую визу в Евросоюз дают на год. Что касается США. Несмотря на то, что Америка закрыта для въезда из стран Евросоюза, через Мексику никаких ограничений нет. Мексика не закрывалась на карантин и вряд ли закроется. Друзья, доверяйте только официальным источникам.